Один человек небольшого роста сказал: «Я согласен на все, только бы быть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит, перед ним волшебница. А человек небольшого роста стоит и от страха ничего сказать не может. Ну? Говорит волшебница. А человек небольшого роста стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут человек небольшого роста начал плакать и кусать себе ногти. Вначале на руках все ногти сгрыз, а потом на ногах. Зритель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе.